Проезд Мальцева от заводского шоссе до улицы Прожекторной продолжают приводить в порядок на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка составляет около 1300 метров. Покрытие проезжей части начали фрезеровать еще в первой декаде июля. Сейчас эти работы завершены. Частично смонтирован новый бордюр. Его замену продолжат. Дорога проходит через промышленную зону. Здесь следуют легковые автомобили, общественный транспорт и большегрузы, которые оказывают высокую нагрузку на проезжую часть, в том числе на въездах к предприятиям. На эти локации сейчас направлены основные усилия рабочих. В первую очередь подготовка съездов с основной дороги, подъезды ко всем складам, к мероприятиям, к предприятиям, к заводам. Вот, это новое строительство съездов, то есть усиление съездов для большегрузов в основном. Специалисты отмечают, что на этих локациях дорожное покрытие разрушилось. В некоторых местах отсутствовал асфальт. О дефектах дорожного полотна на проезде Мальцева говорят и сотрудники предприятий и организаций, которые ездят здесь почти каждый день. Здесь дорога, конечно, в принципе, такая довольно-таки сложная, неудобная. Она строилась при царе Горохе еще. Соответственно, здесь очень много фирм, компаний, торгующих и производственных. Соответственно, в сравнении с тем временем, когда все это строилось, и поток транспорта очень сильно увеличился. Основание съездов устраивают по многослойной технологии. Вначале засыпают песок, проливают водой, уплотняют. Затем два слоя щебня. Все это тоже уплотняется. После этого укладывают крупный зернистый асфальтобетон. А финишный слой покрытия будет из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Общая толщина такого дорожного пирога 59 сантиметров. В результате съезды будут надежными и крепкими. На всем объекте обновят более 10 таких локаций, которые, согласно кадастровым данным, относятся к улично-дорожной сети. Приведут в порядок и люки смотровых колодцев. Кроме того, благоустроят тротуары. Новое асфальтобетонное покрытие появится на участках с наибольшими разрушениями. В дальнейшем и проезжую часть подготовят к укладке дорожного полотна. Поскольку проезд Мальцева довольно узкий, рабочие трудятся в стесненных условиях. По этой же причине в дневные часы движение затруднено. Периодически работу спецтехники приостанавливают и пропускают поток транспорта. Полностью дорогу решено не перекрывать для стабильного функционирования промышленных объектов, а также для комфорта их сотрудников и жителей окрестных домов. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.